Привет, ребят, мы продолжаем. Продолжаем Castle Crashers. Да. Марина сегодня. Марина сегодня наконец. Я здесь. Активно изображаю бодрость. Да, не надо ничего изображать, просто. Просто. Имитация бодрости. Сегодня да. Я имитирую. Старайся. Так, продолжаем. Без проволочек, собственно. На чем остановились, не помню. Нас тут приветствуют, да, ребят, всем привет. Мы на боссе остановились. Да, мы остановились на боссе, скорее всего. А, мы же, ну, короче, сейчас посмотрим, что это будет вообще. Угу. Такая совушка стартует. А, черт, я думал, что она сейчас стартанет вот с этим вот, с фонтаном. Фонтанирующий старт у нее будет, я думал. Не срослось. Ой. Так, выбираем своего синенького. А почему? А, нет, вот, левел 8. Все окей, я уже испугался, короче. Что там, иксом, да, выбирать? Да, насколько я понимаю, иксом. Нет, не иксом. Я иксом выбрал. А ашечкой? А, да, я а выбрал. Упс. Что ты меня в заблуждение-то водишь? Давай, веди нас. Оу, кэптен, май кэптен. А, нет, не туда, не туда. Аккуратнее, аккуратнее. Вверх, вверх, туда. Что это, пока с геймпадом не это еще? Не, они как-то слишком быстро бегают. Нет, это же не то. Ну, это, видимо, то. То, на что мы можем рассчитывать, это, видимо. Да ты гонишь. Ну, я как бы полагаю, что да. Ну, ладно. Мы побежали, что? Я помню, что мы дальше прошли. Ну, вообще, да, я тоже помню, что мы мужики прошли дальше. Пчёлы. Потому что там может, мы просто не туда зашли, слушай. А может, это из-за того, что... Нет, вообще-то, скорее всего, мы зашли туда, но просто, может, из-за того, что ты тогда вылетела... Да и у нет, нас сбросился прогресс, да? Босса. Да? Ну давай уж что теперь-то. Так, ну мне надо вспомнить, как магия вообще кастуется. Я уже тут это. А где моя барашка? У тебя есть барашка. Не вижу. Вон барашка. Он летает за тобой, барашка. Все нормально. Точно все. А у меня совушка. Давай. Мне кажется, тут давайте в чатике у нас в чате. Пчелы. Ты заметила, наверное, уже мужики пчелы. Бест вообще. Заметила, что в чатик вернулся человек с легкой формой СДВ. Ты это о ком? Ну а у кого там синдром дефицита внимания? Марк, что ли? Не, при чем тут Марк? КВМН, конечно. А, о, банане. Отлично, взял банане. Взяла монетку. Да, блин, иерусалимский рыцарь, реально. О, вот этих... А, это, короче, рыцари-пасечники. Пасечники, да. Да. Пчелы-мужики и рыцари-пасечники. Мужи-пчелы. Точно. Мужика-пчелы, чтобы было на мужика-тавров похоже. Блин, мне снова привыкать, короче, к касту магии. Я уже... Я уже весь отвлекся. Я забрал. Битва за звание Иерусалима... Переходящее звание Иерусалимского рыцаря, да. Зато я алмаз собрала. Коза. Слушай, а реально, нам же сейчас ведь... О, боже. Закрепить. Слушай, я сейчас попытаюсь, короче, затащить прыжок на эту штуку. Yeah! Like a boss. Ты прям по-крутому прыгнула? Да. Блин, я тоже так хочу. Маленько лоханулся. Я что-то вообще не ожидал. Я раньше времени X нажал, просто понимаешь, в чем дело. А ну, выходи по одному, кто там. Эй, погоди, так, это я что-то, подожди, я что-то... всех вот этих, что ли, проходить? Да, я тоже уже понял это, понимаешь, как бы. Поэтому да я сейчас нахожусь в расстроенном состоянии духа. Да ты гонишь. А я сейчас скоро еще помру. Блин, ну надо было в магазин забежать, вот что я подумал. А то я без зелий здоровья вообще же как бы никто, понимаешь? О, индюшечка, во, все. Так, подожди, а у меня есть? А, вон у меня 4 их. Давай. Давай, прикрывай, я буду их магией просто. Мне нужна какая-нибудь волына, которая магию дает. Вот я не понимаю, почему мне не дадут какую-нибудь волыну, которая еще магию дает. Вот как моя, но круче, короче, чтобы было. Чтобы с доступом к амбикарманам и прочим благам. Слушай, а у меня такое чувство, что у тебя вообще 10-й левел должен был быть, если мне память не изменяет.
По-моему, что-то такое было. О, мордастенький. Левелап. Мне тоже левелап нужен. Мне бы он очень бы не помешал бы. Да. Я, кстати, заходил на Вики Castle Crusher, чтобы посмотреть, какие еще есть персонажи. Угу. Там есть очень клевые персонажи. Причем там есть персонажи, которые открываются за прохождение за конкретных персонажей, а есть персонажи, которые там открываются за прохождение типа конкретных уровней там и так далее. Сюда иди, слышь. Марина вспомнила, как она росла на окраине. О, у меня есть все-таки зелье. Даже зелье, прикинь, не потрачено, ведь мы их тратили. Мое? Сюда иди. Сюда иди. Ты что такой дерзкий? Мое? Да блин, ты там опять монеты что ли подбираешь, я понять не могу. Мешками. Мешка. Сюда иди. И ты иди сюда. Сейчас а я зато вон мороженку сейчас, его мороженку съел. Ну ты жрей на мороженках, а я буду богатеть. Буду тощая, но богатая. Короче, звание Иерусалимского рыцаря у нас становится непереходящим. Монетка, монетка, монетка. Да блин, чё я не могу даже... Я не могу даже по столу Слышь, попасть. Слышь, ну куда ты? Ну я же здесь. Иди сюда. Зараза. Так, это по кристаллам. Мешок злата. Щепец какой-то там богатеет. Я здесь перебиваюсь просто, я не знаю. Там... С пирожка на огурчик. С пирожка на огурчик, да, ты тут богатеешь. Хватит жиреть вообще. Хватит это терпеть. Вон, вон, индюшечненько. Зато я вон сосульками кидаюсь, понимаешь? Какая-то палка, это много палка, стоит. Это меч этот, наверное. А, Шварц, да, лазерный. Простите, мне тоже надо пожрать. Да, печенюшку. А мне показалось, это тухлое яйцо Куропаткина. Перепелкина. Перепелкина, да. Перепелиное яйцо. Так, сейчас. Баран, сейчас... бодай их, давай. А баран как вообще, он тащит, ну, по ощущениям? Ну, блин, надо было тебе индюшку отдать. Со спины, когда они ко мне подкрадываются, он их откидывает. Да? О, вот это классно, кстати, это очень удобно. Он защищает мои тылы. Угу. Твою задничку. Зато совушка таскает мне жрачку. Ну, опа, чё ты? Я пытаюсь тоже как-то соответствовать высокому званию кандидата в Иерусалимские рыцари. Иногда подбираю монеточки. О, да, бери, тебе нужнее. Ну, это достаточно простой босс. Сейчас он меня отмурыжит, тут достаточно простой босс. Это даже так, на самом деле, не босс. А, да, я вспомнил, что он делает. Было бы круто, если бы он играл свадебный марш на этом органе, мне кажется. Да что он... Да что ты? Че он меня-то да харасит, я понять не могу. Все, сейчас мы его отделаем. Yeah. Сейчас тот выйдет из такая сортира. Такая принцесса радостная. Ей, да-да-да. Ей. Танцует. У меня такие ручки... Это как это называется? Не недоразвитый, как у да, тиранозаврика. Как у тиранозаврика. Здесь готовилась процессия. О боже, это нам еще сейчас... Ё-моё. Вот настолько, да, далеко мы были? Да, да, да. Ну, ты ладно, помнишь, давай. Ты морозишь, я этих ага. сбиваю. Там, когда через лес пойдем. Кидаю сосульки.
блин, меня так скоро убьют. О, все, зелье сожрал, нормально. Живем. Слушай, надо будет после этого левела сгонять в магазин. Заодно мечи проверить, может там для тебя чем-более интересное уже есть. Тот же самый лазерный. Не, он вроде не такой клевый. Да? А, окей. Но все равно за зельями. Тут будут благородные разбойники. Угу. Блин. Это что, меня так уронило нормально, да? Mm-hmm. Фига меня уронило. Так, я сюда иду, значит, и фигачу. В глаз ему. Ты меня прикрываешь. Эй! Чё-то ты... А, ничего себе! Да, вот эта так штука так умеет делать? А в прошлый раз я вовремя его, значит, фиганул в глаз, и он так не сделал. Да чтоб тебя! Так, давай-ка. Да блин, эти уроды. А все, мы победили его. Забороли. Теперь в пещерку. О, да-да, покушать, покушать, да. О, грибочки, я вспомнил, что их можно убивать. Ща, офигею с тебя, блин, у тебя 400 денег. Поделись маленько со мной, иерусалимский рыцарь. С процентами отдам, как ты любишь. Левелапчик. Да, левелапчик. Наконец-то. У тебя там самый уж 60-й начнется, у меня все 9-й. Слышь, поринг, иди сюда. Поринг, попоринг. О, 10-й. Попа-карта. Отдай нам попа-карту. Мародеры. Разграбили все. Боже мой. О, боже беги. Мой. Беги. Я хотела сказать, беги, забирай золото. Так я бегу. Прикрою. Тебе нужнее. А, боже, нифига себе. Мартыхи. Черти мелкие, а? Смотри, они тырят наше золото. Убивай их. Они тырят твое золото, да. Наше? Так я ж тебе сказала, иди собирай, что ты. Ну я пошел собирать, но я что-то был не готов к такому развитию событий. Это же мартышки, они всегда тырят золото. Это что? О, золото. Мартышка пыталась его стырить. Я себе уже по 4 сосульки кидаю. Нет, иерусалимский рыцарь. Не сегодня. Не в мою смену. Тут написали в чатике, что это... Слушай, на кирпич поставили. Я только сейчас заметил. Ты о чем? Но они карету на кирпич поставили, чтобы колеса снять. Так вот, тут в чатике написали, что этот лазерный меч, он бьет изредка током. Типа, ну в основном остальном, я так понимаю, шлак. Потому что всего ну плюс да, он... Потому что только плюс один к скорости дает, и не более того. Иди он, ешь грибы ага, свои. Грушку. Так вот делать. Так, блин. Если бы мана так быстро не заканчивалась, было бы гораздо веселее. Вообще трагедия всей моей жизни. Мана быстро заканчивается в большинстве игр. Поринг. А, все, когда они фонтанируют, то это уже все. Ну, давай. Сейчас же босс файт, да? А, нет еще? Офигеть. О, стоп. Как мы синхронно-то, а?
Давай, кто ближе к фонтану становится. А, все уже, да? Наигрались. Здрасте. Простите. А мы к Ивану, мы к Иванову в 103-ю. А, блин, я вышел. Ой. Он такой, знаешь, должен в этот момент думать, здрасте, черт, зачем, зачем я сегодня подменился такой. По-моему, он все, да. Так, эти штуки не уничтожаются. Не, ну, они бомбы свои кидают. А, уроды, а. Пишут, что у некой треснутой стены есть пэт-слон. Нужно пару бомб кинуть. Каких бомб нафиг? У меня нет бомб никаких. Я такого не держу. Прям обезглавили. Ну, бывает иногда. Но эти штуки не бьют. Сейчас ударит меня. А у меня мало здоровьишка. Вон бананы бери. Ай! Все, уже зелье выпил. Нафиг я бананы после этого ел? Не знаю, жадный потому наверное. Что... Наверное. Как я его заморозил такой, знаешь, на шаге. На... А, они все так замораживаются. Это дефолт. Ай, блин, вот я же видел эту бомбу. Ну нет бомб, нет пэта, так и пофиг, чё. А ты что видишь, что я расстроился, что ли? Попал. Теперь давай в тебя. Да блин. Там бананцы да, лежат, да, специально для тебя. И монетка для меня. Еще бы, очередная. Волынщик. Что это там с тобой делают? Скрестили мечи. В прямом смысле. О, левел ап. Да сколько можно там, у меня еще 9. Ты что делаешь? Мне придется качаться за кадром, чтобы тебя догнать. Блин, он меня фигачит. Сухо. Че ты подобрала там? Нет. Хочу обратно. А я? Дурацкий. Ну, скорость да. Плюс один дает. Мой так маги дает. Босс файт. Мне кажется, нас отморожит. Вот так вот, да? С места в карьер норм, да? Блин, я думал, я... Чё? Опять? Нет! Нет, о нет. Ох, ты, он кидается. Реально сучечка. Я ему один хитпоинт сняла. А, молодец. Еще один. Еще два. Да блин. Что-то какая-то хурма, так. Тихо, 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 так. Я пытаюсь блочить его. Слушай, а может его пытаться заманить в могилу лавовую? Но мне кажется, он не поведется. А ты, мне кажется, скоро можешь умереть такими темпами. Легко. У меня хилки кончились. У меня, по-моему, еще одна. Она мне скоро понадобится. Так.
Так, спокойненько. Че, не морозится? Ну нет, он как бы не должен морозиться. Босса не морозится. Ну, по крайней мере, он дамажится. Это уже хорошо. Блин, славил. Все, вот и моя последняя хилка. Нет, с лука что-то вообще не вариант. Нет, там вообще не вариант с лука, я тоже пытался. Ну... Да блин, фига как он отбрасывает, а? О, тихо-тихо, это что было вообще? Да чтоб тебе. Ай! О, так, стопэ. Нет, нет! Все. Зараза. Так, это он самоубился или он сейчас вылезет еще? Сейчас как Шварценеггер. Какой кейс, у меня все в порядке. Не, мне кажется, это еще не конец. О. Давай, золотишко. Сюда, пожалуйста, Голда. Ко мне. Идите ко мне, камушки. Бой за принцессу. Это что было? О, баран. Баран! Чертов баран! Так вообще не круто. Ты чё, Марина? Марина, так не круто. Да у меня хитов-то осталось с Гулькин нос. Тихо, нет! Нет! О, боже мой! Я победил? Да. С твоими, блин... У меня хитов изначально было меньше. Ну да, но с твоими мили-ударами просто, это вообще валидольный момент был. Вот этот последний, когда давай по двадцатке там меня по мордасам. Зато у меня монеток больше. Ну это точно. Да у тебя экспы, блин, больше в два раза, посмотри. Ще. Зато тебе принцесса досталась. Ну это да, это плюс. Черненькая. Черненькая. Так, нет, короче, харе в магию. Хотя нет, блин, ну хочется же вот новый спелл получить. Буду рафинадом в магию пока. А ты что будешь качать? Стринджу, конечно, на двоечку и деф на двоечку. О, у тебя там же этих левелов, блин, еще есть, да, поинты? Еще стринджу вкачаю. Три левела, блин. Я там как лох вообще, один левел распределил. Не, подожди, давай до магазина. До магазина, ну, да, давай затарим. Зелье вообще что-то. Фига, сколько мы пробежали, да? Это нас как откинуло-то нормально. Подожди, а можно Return Home сделать иксом? Можно, да. О, давай. А можно скипнуть эту шнягу? Я пытаюсь. Нет, так нельзя. Ну ладно, чё. Чаю попью пока. Давай. Ложки. Чувствуешь, да, как доминируешь над ними? Вообще. Я люблю доминировать над ними. Принцесски. Вот с той фиолетовой принцессой, короче, что-то нечистое чувствую. Она всегда морду прикрывает. Ты знаешь, да, в чем дело ведь? Я знаю, ты проходила игру, и ты знаешь. Она просто красотка. Красотка? Самая, поэтому не показывают. Я тебе не верю. Наверняка она какая-то уродина, короче. Поэтому ее не показывают. Это было бы слишком просто, согласись. Ну да, тоже согласен. Стремно, что у меня такие фиговые мили-удары, но зато, короче, я магией снимаю по сорокетнику. Правда, ты за то же самое время несколько ударов наносишь по двадцатке. Наших бьют. Так, да-да-да, наших. Ой, смерть с небес.
мы тут с братюней тащим вообще? Закупимся маленько. Больше 5 зелий нельзя. Покерфейс торговец. Не больше 5 в одни руки. Да. По талонам. А можно еще? Можно еще? Не, не туда убежал. Нет. Так, 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 так. Опа. Подожди, а что? А, ну здесь, да, мы? Lava, да. Lava World. Подожди, а что тогда такое тут? Вулкану Стор. О, магазин. Ё-моё. Офигеть, о, сгоняли. Смотри, сувенирчики продают. Ну. Ух ты, это что за волына такая? This deals, а, hot, hot, hot. Зацени. Ты за 340 можешь купить себе дрын плюс 5 к силе. Так, а зелье что, столько же стоит? О, я чуть знаю, дороже. Ты просто хочешь, чтобы я бабла это потратила, и у тебя больше его было. Бутер, короче, есть. Я не знаю, что он делает. Наверное, примерно как зелье. Есть еще за 680 можно купить спини. Который increase defense. Defense? Да. Это ящерка. А тут интересно. Какой-то кровавый бутер, да. Нет, тут не пробивается. Не, я тебе как бы не агитирую, но просто предлагаю. Плюс 5. И к агилити минус 2. Ну да. Ну у тебя она и так нулевая, окей. Ну, как бы, да. Я думаю, может, правда взять. Пишут, что проверить. Бутер даст возможность в индустриальный замок зайти. Скажите, вот эта лопата, она четкая или как? Лопата четкая? Или фигня? Марина спрашивает, лопата четкая? Не, просто чё я на всякую фигню буду деньги тратить? Ну да. Ну давайте быстрее там, чё, про лопату, она чёткая? 10-го вон левела вроде как, но. Лопата. Чё-то пока молчат, наверное, чёткая. Волына называется канаба, если... И да, если нужен дамаг, то неплохая. Ой, какая разница, как она называется? Лопата, она и в Африке лопата. Так, ну чё, я куплю бутер, наверное, туда давай. Что, пойдем в индустриальный замок? Да, молот мне давал плюс 2. Так, а где вот подожди, а зачем нам в индустриальный замок? Ну, потому что можем. А, ну давай, пошли. У меня вон четкая лопата есть теперь. Так. Давай, пытаюсь использовать бутерброд. О боже, это я. Я хочу быть таким. Какие-то чуваки в фехтовальных масках. Ага. Вот они на самом деле вроде как довольно клевые, короче, чуваки вот в фехтовальных масках. В том смысле, что за него можно играть. Иерусалимский рыцарь. Я бедный рыцарь сейчас. Из Иерусалима. Мне индастриал рыцарь. О, тут какие-то самоделкины. Кстати, точно. Фига вспомнили. Как это называется? Веселые картинки? Да. Что, клевый был журнал? О, клёвый, они циркулярными комиксы. Пилами да. Кидаются. И вот эти пилы, они, короче, клевые, потому что на них вроде как там что-то мало маны, по-моему, ужирают. И при этом они клевые, потому что они проходят сквозь всякие там препятствия. Удобные. По синему как раз, как ни странно, по моему пути нужно идти. Я даже не знал, как это выбирал. В смысле, по синему, по твоему пути? Ну там как бы есть пути, то есть ты, проходя там за синего там рыцаря и так далее, ты получаешь... Фига себе, они дамажат! Так ты понизу вон иди. А чё, можно так? Пытаюсь. А, подожди, а потом то наверх. Со щитом идти, господи. А, да, это вариант. Но я уже наверху. Ну, попытайся. Так. Блин, о, точно. Щит канает. Точно так можно было, окей. Я что-то думаю, что щит от колотушек-то не спасет. Блин.
так. Дай чтоб тебя! Окей, а как здесь? Тут надо, мне кажется, пробегать успевать. Да. Я разгонюсь на всякий случай. Твою же! Нет! Да, fuck you. Ты как тебе? Короче, да так. Остались мы без зелий. А, да, все на таймингах. Так, тут попроще. У меня в глазах рябит от этой хреноты. О, пишет в ящиках что-то. О, индюшечка. Кто-то появится наверняка. Да, да. Когда тебе дают лифт, то на него обязательно должен кто-то запрыгнуть. Да ну вас нафиг, а? Со всей этой вашей хурмой. Блин, деньги, столько денег валяется, надо брать. Лучше о здоровье задумалась. Поздно уже в моем возрасте о здоровье задумываться. Начинать. Ого, бабло. Бабло. Там целый мешок бабла был. Опа, скрестили мечи. Да что? Че, уделал тебя, да? Ну да, ну че, слабенький же. Слабенький маговоин. На-нам. Ща, офигею, тебя даже мои монетки собирают. Ты Воу. Ж их не собираешь? Нафиг я бегу так вот вперед вообще, как дурак. Все, меня я убило. Думаю, после этого меня, замка короче, не нам осталось. Еще раз придется. Если мы. Или нас выкинет. О, банзаец. Visit me for Viapon info, банзаец. Так ты другую волыну взяла. Ну-ка срочно бери эту. А то где у тебя. Моя волына? Сейчас исчезнет. Ай! Все. Черт. Давай, до свидания. Ах, ты взяла шпажку фехтовальную. Смотаться. Да. Ты даже не заметила, как это случилось. Я заметил, но не сразу понял. Ох ты ж, ёжик. Сейчас они меня тут ушатают. Кажется, это шпага, ну точнее, наверняка эта шпага дает скорость. Возможно. Это же шпага. Давай, умирай. Сейчас я тебя откачаю. Угу. Искусственное дыхание, рот в рот. Кстати, по-моему, когда он делает искусственное дыхание, у него видно бороду. Блин, не круто, хочу обратно. О, Angry Bird. О, кстати, точно. Это у него, что ли, Angry Bird? Да. Съешь, узнаешь. Да блин. Да чтоб тебя. Меня сейчас уделают. Опять. Поздравляю. Все, меня уделали. Тебя, кстати, тоже сейчас уделают. Возможно. У меня еще хилки. Ай, фак. Давай, короче, до кузнеца смотаемся и ну, до магазина. Нафиг. Да, давай. Это не крутая сабля. Вубля. Я тоже посмотрю, что тут есть. Чего вот, там она дает? Сила один, магия плюс один к магии, один. Да. Ну, я бы, может быть, взял бы, конечно. Вот, но вот моя... Подожди, я посмотрю, что моя дает. Я бы даже эту взял бы. А, я, прикинь, даже не могу, у меня левела не хватает. Да ладно. Да, я лох, у меня 9 уровень. Ладно, пойдем обратно. Ужасы какие... Что-то на вот этом вот языке этой фигни остаются наши следы. Угу. Как это мерзко. Давай еще раз в магаз да, этими, да, да. За хилками. А можно же в тот сходить? Да, там давай лучше дороже, в тот. Но ну там не на монетку проходить. Дороже, но... Да, давай. Так, сейчас я нас пойдем. Направлю. Сейчас я нас направлю. И не пойдем, наверное, в этот замок, ну его нафиг пока. Как? Или пока сходим? Ну, пока ну его нафиг?
Ну я не знаю, бутерброд еще раз надо брать, интересно. Да не, мне кажется, мы там дверь это уже вынесли, так что. Сейчас узнаем. Угу, все, я закупился. Ну, тоже пишут, что вроде не надо. Я бедный рыцарь. Капец какой. Бедный рыцарь. Угу. Так. Да, все. Сейчас опять, короче, мы останемся без хилок, пока дойдем. О, в какой-то веке я мешочек взял. О, апнулся. Угу. Мой. Ты апнулась. 12 ты уже. Ты что не апаешь? Да я вообще не понимаю, я походу не дамажу ничего. О, вот я апнулся наконец-то до 10. Походу тут как бы левелапы чисто от дамага зависят. Что-то нас тут ожидает, я чувствую. Блин, они этими циркулярками. Не-не-не, я не буду ловить бомбу. ШКВМН, я тебя сейчас забаню. Ты начинаешь доставать. Я вот не люблю таких людей, которые, короче, знают там про игру дофига и начинают, знаешь, советовать все это. Тебе нужно делать вот это, тебе нужно делать то. Я делаю то, что мне нужно. Прямо сейчас. У меня вообще норм. Бабосики, мог бы мне оставить, я бедная. А я что, жаль. Богат, что ли? Вон ты забрала, да, монетку.